И, ребята, всем привет! Меня зовут Вика, это... Настя Рей. Да, ссылка на канал Настя будет в описании. А сегодня будем делать вот такого вот слоника. Собственно, для слоника нам понадобится... Две губки. Они у нас были вот так вот, собственно, как оторвать... Вот да, такой нужно вот оторвать, и чтобы такие две губки были простые. Да, как поролон обычный, да. Цветной. Дальше нам понадобятся резиночки Rainbow Looms. Еще нам понадобится поролон для головы. Не понадобится. Нет, нам не понадобится огромный вот такой кусок. Нам кусочек. Нужно будет отрезать кусочек вот, да, такой вот. Ну, я не знаю, но у нас, если губка вот такая вот, у вас, в принципе, столько будет достаточно, я думаю. По сравнению с губкой вот так вот. Оп. И еще один такой же. Ну, все, собственно, мы подготовили все для слоника. Также нам нужны... Зубочистки. Чтобы скреплять... голову и туловище. Короче, погнали. Так, начинаем мы, собственно, с туловища. Так, нам понадобится 4 резиночки. 4, запомните. Да. На каждого слоника по 4. Дальше мы каждый уголок закрепляем резиночкой. Самое главное, чтобы он не таким огроменным. Да. Ну, примерно такой. Это будут как ножки и ручки нашего слоника. Так, один у меня есть. И... Вам покажется, будто бы это ножки и ручки будут маленькие, на самом деле все выйдет отлично. Да, все выйдет хорошо, потому поэтому что... Поэтому не надо слишком большие делать. Да. Кстати, народ, кто помнит, я сделала рубрику «Сделай сам», так вот, это видео из этой рубрики. И, ребята, я уже сделала туловище, вот так вот получается, Настя доделывает. И дальше нам потребуется по 2 резиночки для одной головы. И 2 вот таких куска поролона. Mm-hmm. Вот так. Вот так. Ну, у нас получится, уже это видно, что больше, чем вот этот слоник. Также нам потребуется еще поролон для маленького хобота. Все, Настя тоже сделала. И вначале, когда вы делаете, да, похоже на маленькую головку девочки с этими... хвостиками. Дальше мы берем по куску поролона. Да, Настя. Это пока откладываем, нам пока не надо. И по 2 резиночки. Так, дальше... Да. Дальше мы вот так вот скрепляем тоже резинкой, но делайте не все, потому что, чтобы вот голова осталась, потому что вот это, то, что мы скрепляем, будет уши, а вот эта вот голова посередине. Так что погнали. Так, о, смотри, как будто мешок получается такой. Кстати, пока вы делаете, может получиться что-то другое у вас. У нас в школе мы вообще это делали, как бы, там кто что хотел делать. Там один мальчик сделал динозаврика, другой мальчика. Опять сфоткую. И получилось прикольно. Вот, можно также сделать вот так же просто конфету, как мы делаем голову. Видишь, получается как конфетка. Угу. Дальше мы берем и тело, и голову. Нам потребуется по зубочистке. Так, и, ребят, сейчас внимательно, потому что это ответственный момент очень. Mm-hmm. Кстати, ножницами мы будем отрезать лишнюю часть, потому что зубочистка, скорее всего, еще останется. Хотя нет. Нет, не должно вроде. Зубочистку бери. Сначала берем тело и его протыкаем. Получается, как леденец. Протыкаем дальше зубочисткой наше тело. Прям до конца. И она там должна будет вылезти, да, вот. Так, так. Да. А дальше мы насаживаем на эту же зубочистку голову. И вот получается у нас вот такой вот слон. Похоже, это больше на куколку. Ничего себе. Ничего себе. Так, вот у Насти тут осталось, поэтому мы это сейчас обрежем. Сейчас отскочит это. Дальше мы делаем из поролона хобот. Я пока что вырежу нам хоботы. Они у нас получатся маленькие, потому что, собственно, слоники у нас не огромные. Ну, вообще-то, намного больше, чем этот. Да. Вот такие хоботы, я думаю, будет достаточно. Теперь нам понадобится опять по зубочистке. Я не поняла, это прикрепить так.
берем теперь, вот сейчас осторожно, протыкаем ему голову вот с этой стороны, где губка вот такая вот. Так, так. Дальше мы прикрепляем, чтобы капельку торчала, чтобы держалась. А дальше мы насаживаем наш хобот. Вот это самое трудное, кстати. На зубочистку насадить тоненький поролончик. Собственно, вот так вот получается. Да. Дальше просто убегаем вот так. И вот тут обрезаем, чтобы капелька осталась. Так, держим. И я сейчас у себя обрежу. Настя, дальше мы рисуем черным фломастером вот тут вот глазки, ну да. Вы поймете. Так, сейчас можно делать черной гелевой ручкой, но что у меня сейчас ее не... Ой, ну в принципе нормально, они получатся не прям такие ровные, конечно. Потому что очень трудно рисовать на... Да, на поролоне, на поролоне. На поролоне. Ну у меня получилось вот так вот, такой загадочный слоник на... Теперь Настя рисует. Так, и, кстати, зубочисткой можно еще сделать ему пупочек такой. Просто проколоть один раз и все. Так, все, наши слоники готовы. Вот они получились вот такие классные у нас. А, вот только не делайте вот с этой стороны, главное, глазики и хобот, потому что с этой стороны, да, мы отдирали вот эту штуку. Ребят, мы надеемся, что вам понравилось наше видео, поэтому обязательно ставьте нам с Настей на канал лайки, пишите комменты внизу, хорошие. Только не пишите комменты неплохие, а хорошие. Даже если вы напишите плохой коммент, мы его все равно удалим, да. Это некрасиво, с нашей стороны. Да, мы стараемся, вы просто нам завидуете, хейтеры все. Потом подписывайтесь также на наши с Настей каналы, всем пока.